Привет, мужчины! Мы сегодня стрижем Элвиса. Точнее, мы делаем стрижку, как у Элвиса Пресли. Не каждый день можно встретить на улице Элвиса, и не часто приходят люди, которые хотят постричься так, как он. У нас есть доброволец. Мы сейчас ему помоем голову, и я расскажу, что мы будем делать. Ребят, вы знаете, какой температурой воды надо мыть голову? Я знаю, что многие любят включить воду погорячее. Это намного приятнее, чем мыть голову прохладной или холодной водой. Но я вас разочарую. Горячей и теплой водой вообще нельзя мыть голову. Вы не только сбиваете себе баланс кожи головы, но и создаете себе потом ненужные неприятности, такие как перхоть, чрезмерная жирность волос. Поэтому воду нужно настраивать так, чтобы вы ее едва ли чувствовали, то есть едва ли осязаемая температура. Она должна быть комнатная или больше прохладной стороны, но не холодная, не горячая. Такая вода не сбивает баланс кожи головы. И да. А что вы думаете? Стрижка Элвиса или в простонародье попандур отличается от кока тем, что переход может быть от затылка или височно-боковых зон плавный или удлиненный. Но затылок всегда укороченный. То есть не оставляли много волос сзади, чтобы они не вились и не выделялись. Put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me a fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night. Sun lights up the daytime. The moon lights up the night. I light up when you call my name. And you know I'm gonna treat you right. You give me a fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night. Everybody got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Мы подстригли стрижку. Я сейчас немножко ее покручу и покажу с разных ракурсов, как выглядит стрижка без укладки. Волос достаточно пористый и немножко вьется. Такой волос нужно укладывать чем-то с сильной фиксацией или средней, смотря какой эффект нужно получить. Я буду укладывать таксом средней фиксации и с легким блеском. Как вы знаете, Элвис укладывал волосы даксом черного цвета, который слегка окрашивал цвет волос. Бриолина здесь можно брать более обильно и растирать по ладоням. Начинать укладку лучше не с челки, а с боков. И зачесывать их в центр, на затылке. Так как мы теменную зону сделали более короткой, волосы легче укладывать назад к центру. Они не будут здесь скапливаться щеткой. Макушку немножко нужно примять. Она не должна выделяться, тем самым портить силуэт нашего замечательного попандура. С вами был гид по мужскому стилю, мы укладывали таксом средней фиксации, Элвис Пресли. До скорой встречи!
know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me a fever.